Всем привет, мои дорогие подписчики, зрители. Лучше потише. И мы сегодня будем играть с моим другом Лёвой. Вчера мы записывали Майн. Ну, мы сегодня будем играть... Мардер Мистер. Да. Вот, если чё, наши скины. Да, у него здесь за 400 робоксов рюкзак. Вы видите, у меня баг. Хотите увидеть баг? Давай. Ты сам невидимкой? Нет. О, я вернулся. Смотрите на мой баг. Ты... Как ты телепортируешь? Покажи мой баг. Ну, сейчас, я... Вот. Ты двигаешься вечно. Вот, видите? Только я его вкрою. Вот, это у меня получилось случайно. Только когда я там одевал... Убийцу убили, ну понятно, я же... Ты был шерифом. Мы без вас одну каточку отыграли только. Да, ну потому что мы сразу появились в катке. А я нет. Только из-за чего? Это потому что... Давай вместе будем голосовать. Окей, давай. Я тебе буду показывать, на каких нычки всякие классные. Так, вот давай, вот давай на студию. Там есть YouTube-стол классный. На студию? Давай. Да. Там не есть, успел встать. Там есть реально YouTube-стол. Все, мы крутые. Знаешь, почему офигенно? Почему? Только потому, что там можно поменять фон на YouTube-столе. Чего? И поменять, типа, фон, как у Пози. Ты же знаешь, он может поменять фон, этот вот пенопласт. А вы знали... О, смотри, вот с тобой вместе нас спавнились. А, отлично. А вы знали, что тут... А ты? Я тоже выживший. Окей, мы с тобой выжившие. Вы что, должны узнать, кто шериф и кто убийца? Да. Ну и, блин, я буду тут ходить, собирать монеточки. Кого убили? Я слышу! Нет, а я слышу... Красный в шапке убийца! Вот чё? Этот котёнок! Иди его ко мне, я не могу спрятаться. Нубик. А я сам не могу спрятаться. Нуб, мы с тобой одно целое, ну, Басик. Вот этот в красной шапке! Он только что к нам заходил! Он только что убил нуба, который туда зашел, а меня не заметил. Прикол. Я же говорил... Ну да. Да хера. Да. О, давай типа по фасту говорить, если ты шериф, не будем друг другу говорить, что это шериф. Меня убили! А нет, красный не убийца. Я сейчас посмотрю, кто убийца. Так. Как найди. Так как? Это что, другие сервера, да? Да нет. Так, как вам посмотреть других? О, там шлиф. А как других смотреть? О! Смотри, наркомане! У меня тут... Сколько денег собирай! Видишь, что случилось с этой... Кто так этого котенка разрубил жестко, прикинь? О, Майк! Просто Майк. Уже 17. Ой, господи. Я хочу себе колонку прикупить. Колонку? У меня 0 робоксов. Я вот точно за такую же цену купил эту колонку. Это не колонка, а рюкзак. Может быть, посмотришь, это музыкальная колонка, рюкзак. Да. Смотри, вот сюда зайди, если хочешь. А, чтобы с другими... Нет, это не... Смотри за мной. Ай! А, вот! Ты убийца! Ну, Басик, я думал, что он друг. Друг. Он заходил ко мне в комнату, прижимался ко мне. А оказывается, это... Убийца. Ну, ладно, давай подентим. Эй! Давай, где-нибудь. Где будем дентить? Ну, я знаю, куда. Хочешь, покажу бить? Одну жираку? Хочешь? Не, я подойду на крыше. Хочешь, смотри. Смотри, чего у меня есть. А где ты? Я здесь. Куда? Стой.
Это ты стой. Смотри, жрака. Это морожка, видишь? Откуда ты? Откуда я ты? Ее прикупил за деньги. 400 стоит. Там еще была пицца и кофе за 400. А где? Это в шопе. А где шоп? Вот здесь. Смотри. Ладно. Вроде вот сюда заходишь. Вот видишь? А, пицца. Шерифа вообще убили как-то жестко. Эй, а где вода? А, вот смотри, это кофе. Да ладно, все, я понял. Сейчас выбирают вообще-то карты. Идут. Ой-ой-ой, я опаздываю. Чил, стой. Все, посмотри. Давай серединку выберем. Или два выберем. Тут отель не надо выбирать. Это самая плохая карта. Да. Там прятаться негде. Только кинотеатр, и то там сложно. Ребят, вы думаете? А вы знаете, кто поставит? Если мы наберем 2000 лайков, мы сделаем челлендж по Роблоксу. Ты выживший. Я думал, ты уже убиться будешь. Я тоже так думал, потому что близко было, да? Да, очень близко. Потом был шериф, а потом... Ну, да. О, все, я пойду в лифт. А я найду лифт просто. Я хочу там... Ой, я знаю, куда спрятаться можно. О, вот так, тут типа, парень пишет Мюрдер. Мюрдер — это убийца по-английски. Это вот это вот, которое опять это яйцо. О, я вижу я это. Я пошел сюда. Давай встретимся где-нибудь. Идем в кинотеатр. Я знаю, кто убийца. Чего? Про меня мелькнул нож прямо в руках у убийцы. Где кинотеатр? Можно? Он меня убил. Да, вот, и этот. Опять этот пчелка. Он читер, ребят. Я уже слышу звуки ножа. Я пролезу. Тебя крылья палят. Тебя вообще крылья палят, если... Если я умру, тогда я не виноват. Виноват, виноват. Крылья. Будьте палевными. Очень палевные крылья. Я поменяю в этом скин. Ну, я смотрю на нончаки. Эй, пойдем под этим. А где? Вот их. На крыше кое-где. Хочешь, давай запрыгнем вот на самую высокую. О, смотри, давай к этому чуваку. О, давай. Присоединяйся. Мы с Нубом будем дэнсить здесь. Да, прошлым убийцей. С морожкой я даже буду дэнсить. Эй, дайте мне залезть. Здесь есть знаменитый ютубер вообще-то, один подписчик. А у вас вообще ютуба нет. Эй, не хочу. Смотри. Я отжигаю с морожкой. Отжигаю. А я сейчас отжигаю. А мне нравится этот танец. Что-то слабо. О, убийца. Шериф? А что за шерифа? О, отлично! Убили! Там зонтик включен? Нет, он сам включается, когда после победы. Если звук есть. У тебя звук есть? Нету. Так ты знаешь, ты видос никто не слышит? Нет, слышу. Это мы не будем слышать. Мы не будем слышать, а видос будут слышать? Да нет, когда будем смотреть, не будем слушать. Короче, окей. Ладно, все. У нас тут дэнсуха. У нас, смотри уже, дэнс-клуб. Дэнс-клуб на крыше. Ты что растолкал? Я тоже под эти. Дэнс-клуб. Все к нам, дэнс-клуб, дэнс-клуб. Здесь даже дракончик есть. Здесь какой-то подопытный. Я выживший. Я думал, ты убийца. Я тоже уже думал. Вот. Если бы ты был убийцей, тогда бы не убьешь меня, только убьешь в самом конце, ладно? Да, я бы тебя потом убил. Да, типа, чтобы. А ты, если бы нашел пистолет, то меня не пристрелил, окей? Вот это. О май гад. А ты слышал это? Я знаю, кто убийца, когда шел. Кто?
Сейчас покажу. Вот этот. Вот меня зарезал! Вот он. Не, он. Вот этот парень. Посмотри сейчас. Я пос. Вот ты. Нет, шериф. Вот! Убийца! Вот, убийца! Вот! Он только что не на меня. Вот, понял, я за тобой послежу. Лучше. Я тебе буду подговорить. Ой-ой-ой. Иногда. Он подходит к тебе. Он пока стоит. Я буду за ним сидеть и махать он ножом. Он стоит и просто пялится, да? Угу. Чё зыришь? Он знает, что за ним следят. Мы так делаем, потому что так будет немного читерно, конечно, но ничто. Ничего. Не поделаешь. Кстати, в конце, если я убью шериф, потому что он не здесь. У тебя есть. А, нет. У тебя барошка есть. Сколько монет собирает в той двери. Так, сейчас посмотрю. Зачем чуваком понадобилось? Вон, я тебя видел! Быстро вали! А, он дейтит. Сейчас я покажу. Это вон та самая. Вон! Вон! Смотри, убийца. Шериф это! Я буду смотреть, как шериф будет дейтить. Он же знает. Все чуваки из нашей дэнс-дискотеки, да? Угу. Ну, ребят, давайте продолжим. Здесь есть. А то вот что-то. Ну, вот, здесь монеты есть, видишь? Это. О, все, шериф всех собирает. А вот и я. Твой труп. Вот и ты! Я видел тебя. Я сейчас посмотрю на тебя. Вот. Ё-моё, ё-моё, один. Смотри, вот эта вот нычка. Она вообще беспалевная. Все, меня здесь никто не спалит. Ха. Он охраняет. Знаешь почему? Он шерифа охраняет. Да, он охраняет пистолет. А забери и пристрели его по фасту. По фасту. Прям по фейку. Я, наверное, зафейлюсь, ребята. Если ты тоже так думаешь, пишите в коммент. Хэштег фейл. Ой-то. Он ко мне идет. Я сейчас посмотрю. Там, ну, он. Говнецо, говнецо. Он только что ко мне шел. Ура! Мы пристрели! Спасли. А, нет. А. Время игры кончилось. Да. Если что, у Никитоса только 8-й уровень. Да, но я здесь только 3-й раз играю. Ну и что? 4-й. Ну да, 4-й. Давай. А ты знал, какую здесь нычку, где можно получить сразу еще 10-й уровень? Может так, может попасть на сервер? Ой, я ищу можно карту. Вот давай вот. Вот, вот склад. Склад. Я хочу тоже на склад. Я обожаю эту карту. Склад, я не успел. Надеюсь, я буду убийцей. Я обожаю, когда я буду убийцей. У нас, кстати, либо будет склад, либо этот нуб, который проголосовал за это. А ты первый заголосовал? А твоя карта, видимо. Склад, да? Да. О, ты мюрдер. Да, я убил. Ну ладно, давай соблюдать по таким правилам, окей? Угу. Мы с тобой не. Ты меня не убьешь, окей? Угу. Стоп, где ты? Вот, вот я внизу. Стоп, внизу? Вот, вот, видишь? Да остановись ты по-нормальному. Я всех. Я не люблю. Ну не надо, подру. Я попал такой. Ну не надо. Да, где ты? Еще я убежал. Я мюрдер. Я зол. Все, пошел. Пошел от меня. Пацан, я хочу вас убить. Ты хочешь меня убить, да? Не, я не хочу тебя. Я пытался тебя убить, но теперь я понял, что помню уговор. Я что здесь пацан делать сидит? Я хочу себе. Что видел? Я тебя только что видел, как ты прошел. Я тебе не буду, только в конце буду. Окей. Да видел,
не собирался убить. Да я хотела этих пацанов убить. Понял, пацан? А ты мне сказал, подойди поближе, вот. Подойди поближе, я другому сказал. Ну, ты мне не сказал. Я-то знаю. Я знаю, здесь все... Нет, что-то в канализации. Я думаю, здесь есть кто-то. Или монетки хотя бы соберу. Чел, хочешь, я тебе подскажу, где? Не, я... Ну, ладно. А, ну, я понял, где-то. Я не буду тебя убивать. Смотри, в этом вот зале с компьютером тут вот легче всего убивать. А прикинь, у меня здесь два убийцы. Потому что здесь уже кто-то завалил. А ты хочешь, покажу я тебе лайфхак? Вот залезь к этому чуваку на крышу, он умрет. Мне нужно открыть дверь в разум. А как оставлять мне следы? Я хотела оставить. А ты не можешь. А почему? Для убийцы все оставляют следы. Эй, где парень? Ой. Чел, я к тебе в канализацию. Да не, я хочу убить парня. Который... Какого? Я... Другие оставляют следы. Значит, да. Он... А мы не видим эти следы? Ой. Извини. Я просто решил, что это другой нуб. Потому что здесь... Ну, извини. Ой, блин, а. Пацан, извините. У меня следы были голубые. Убил своего братюньку. Я убил одного, уже 250 плюс. Хотя не, это было на самом деле справедливо. Убить меня. Не, просто в прошлом году, когда мы записывали с тобой ролик, ты меня... Записили? Запилили ролик, ты меня убил тоже, я ответил тебе. Не, мы Бармарного мистера вообще не написывали. Ладно, ну все, я могу проиграть. Я хочу убить шерифа. Это первый день, когда я записал. Кстати, я убил шерифа. Должен был убить. Или... Да, ты его убил. Да, я убил шерифа. Да, я убил шерифа, это был мой первый убийство. Первое твое убийство? Да. То есть, что ты не проиграла, а выиграла? Да, я обожаю быть убийцей. Сколько у меня монет сейчас? Я посмотрю в шоп-шоп. Ой, там карта. Почему? У меня же прибавляло. Карта голосует. Да мне карта. Да, я голосую за 8-2. Мы с этим чуваком нерушимые жирники. Я жирный, он худой. А мне же не должны прибавиться деньги? Да, если ты будешь собирать монеты. А мне же когда за убийство прибавлялось там. Нет, за убийство никогда не прибавлялось. А, я выжившая. Ай, у меня крашнулся сервер. Крашнулся сервер? Чувак, сервер, ну ладно, я сейчас поставлю на пол. И в тебя зайду. Во мне? Я умею взламывать игроков, чтобы за них играть. Да-да-да-да! А чё тебе это надо? Я пытался. Давай сыграем по какашку. Не, не играй, убейся, чтобы мы не попались. Умри. А как? Ма. Я знаю, где ножки. Все, включай видео. Ну, мы решили все проблемки. Это заняло где-то часок два. Не, минуты две так. Ну, я пошел голосовать за каждый Никитос. Ладно. О, я выбрал Хаус 2, это там где-то подвал с телеком. Отлично, давай там замыкаемся. Да. Никто, никому не говорите, потому что это наш секрет. Да, это супер-нычка. Да, там еще... Ничего. Мы не будем показывать супер-нычку. Я выживший. Ты мирный? Да, я мирный. А я тоже. Отлично, давай встретимся в этом подвале. Хорошо, я уже зашел. А я не знаю, где. Что, иди в подвал. Ну, смотри, вон туда. Я понял. Вон, вон, вон. Ты только что прошел. Вот, отлично. Вот. Все, посмотри. Вот, я заныкался. Ой, блин. И здесь. Я тоже зашел. Да, все. Все, дэнсим. Готов? Я смеюсь. Я уже дэнс. Я тоже. Прям под такой музончик.
Из-за этого музыки не слышно, когда ты убиваешь. Да. Знаешь, когда убийца у тебя колонки. Да. Вечно. Кого-то убили. Мы даже ничего не делали. Да. Ничего не делали, Ива. Мы даже ничего не делали, просто заныкались, все. Даже, это нычка вечная. Даже копеечки не собирали. Да. Какой у него нож. Ледяной. Он же может... обычный пистолет, обычный. А у меня, знаешь, какой пистон? Классный очень. Посмотри, у меня сейчас я покажу пистончик. Так, нет, это не то. Вот. Один? Смотри, какой зеленый. Один. Вот он у меня одет. А, да. И такой нож тоже одет. Но если я буду убийцей, не как ты. Почему? Не как ты. А как выигрывать ножи? Ножи? Да. Это нужно кейс. Ты кто? Мирный? О, слышал. Да. Я могу быть убийцей. Я тоже мирный. Я тоже мирный. Я в каком-то подвале, чел. Я в какой-то секретной нычке вообще. Да не, это самое легкое, что у нас здесь. Так. Давай где-нибудь опять заныкнемся и будем дэнсить. Я тоже знаю все нычки. Ладно, давай встретимся. Да, это? Это было стрём. Я в центре, так. Ой, я там же заспавнился. Я возвращаюсь назад к тебе. Эй, пацан, это было моё. Я в какой-то базик, где очень много всего. Ну ты где-нибудь там встань. Так, я тебя только ищу. Я тоже тебя ищу. Я иду в главный зал, где ты. Я вот иду вот в комнату. О, он меня убил. А кто? Покажи. Это парень такой. Нет. У него прическа, как у тебя. Скин обычный. Ничего за робукса не куплено. Ладно, я прячусь просто. Не палите меня, крылья. Не терпали. Ну такой здесь пацан сын. А переключись у него. Сейчас переключу. Вроде вот это вот. Вот это. Он же за робокс. Да, вот это вот. Он за робокса ничего не купил. А вот ну же там шарф есть. Шарф это тоже не... О, вот этот чувак, видишь? Я понял. Мало за робоксы, что он купил. Только майку, да. А майка не за робоксы. Ну это майка за робоксы, да. Нет, не за робоксы. Я ее взял у игрока бесплатно. А что, можно забрать у другого игрока какую-нибудь одежду? Да, можно брать. Только не робокс. Ну, нет. Я... Вот. А можно взять у тебя эту куртку? Это? Ну тогда ты должен заплатить робоксы. Сколько? Она где-то стоит, я не помню сколько. Посмотрим потом в шопе. Ну ладно, у меня робоксов сейчас нет. Да не, я тебе покажу просто. Да не надо. Я могу ну, окей, просто скинуть тебе. Записывать видос про это, про Майн. Ладно, сейчас мы доиграем. Котулю. Хотя нет, давай дождемся, когда я наконец-то буду убиться. Не, ходи на нож убийцы, ты остался... Один? Нет, там еще два чувака есть, конечно, но... Ой, там кто-то стрелял. Это вот шериф в шляпе. О, сколько здесь монет! Я шериф, это чувак в шляпе. Э, почему? Исчезли все монеты. Так, о, посмотри. Все, смотри, он только что показал изи. Ладно, всем пока, ребят. Ладно, всем адьос, амигос. Плейта.